нас дорог нет, у нас одно направление. Попадает такое, есть что грязь, что бездорожье, как бы есть это. Шевелится, бля. Машина находится на погрузке в ЛОРП. Находится, грузим плиту ПДН, дорожная плита. Повезем ее на Чандинское месторождение, нефтеконденсатное. У нас Лена – это речка, которая снабжает, ну, идут все груза по Лене. Действительно, Лена – это артерия жизни, как бы путь тут для Якутии. Где-то можно надо ходом проехать, пошустрее как бы пройти. Где-то потихоньку пролезть надо, если там крен какой-то большой, чтобы выскочить. Дороги у нас тяжелые, конечно, надо 6 на 6, конечно, хорошие машины. Проходимость у них повышенная, проходят кругом и зимой, и летом как бы. Шевелится, бля. Ну, бывают случаи, попадают между колес камни большие. Получилось так, что вот кувалдой разбили, получилось вот хорошо как бы. А есть такие большие камни, если попадут, так вообще приходится и колеса спускать, и снимать, как бы разбортировать, колесо снимать. Тут камни, что сделаешь, дорога грунтовая, камни кругом. По ВСТО мы ездили, по ВСТО у нас дорога есть в сторону Алёпинска. Но тоже дождь, лето, вроде тепло на улице, дождь прошел. А подъем такой, ну, крутой подъем. А глина, дождь прошел, и мы подняться не можем. 2 дня жили в карьере, пока не высохло. Дождь кончился, ветер подул, высохло, тогда только поехали. Конечно, попадают люди в аварии, сталкиваются. Ну, это, в принципе, не соблюдают правила дорожного движения, как всегда. Это тяжело, там нету ремонтных мастерских, ничего. Вся надежда на самого себя и как бы на друзей и знакомых, кто поможет. Работа водителя, она вообще считается как бы сложной, тяжелая работа. Ну, возим, видите, груза как, вот загружено 42 тонны у меня на машине, вот и везешь. Зимой, как бы, да, морозы там у нас не шуточные, как бы, бывает и 40 градусов, и 45. Попадали даже в 50 градусов, 55 попадали градусов. Ну, как бы мечта была быть водителем, работать. Ну, а в Якутию я приехал 20 лет назад, сюда приехал. Как говорится, приехал в гости и остался сюда. Красота, природа завлекла как бы. И остался здесь, как бы живу уже тут, и семья, и все как бы. Понравилось здесь.